Ребят, я сейчас в зале. Короче, сейчас будет мой первый какой-то лютый марафон. Размот Петрович, размот Сергеевич. Вот на этих трех инструментах. Гребля, вот этот байк и бёрпи. Эти инструменты Сергей. Сейчас посмотрим, что это будет. Но Димон говорит, что это нормальная такая проверка на зрелость. Да? Сейчас посмотрим мое состояние после. Лучшее время этого здесь в зале, там 22? 23. Если я буду не очень, и кисель, это уже 30+. 30 полчаса, ну, короче, всего по 100 надо сделать. Повторяем. Сегодня я сделал великолепный комплекс. Все по 100, ты стадрился. 100 калорий гребля, 100 калорий байк, 100 гребля, 24.37. Серега. Димон сказал, 27. Что это очень хорошее время. Я рад, нереально, это было жестко. Да, но судя по твоему поплывшему взгляду, никуда. Мы делали все на стриме, кстати, стрим оставлю. Так что вы по ссылочке перейдете, посмотрите, как это было дико. Супер, все, Серега, молодец. Ну, это была моя... Короче, кепку выжимать можно. Ребят, после лютой тренировки я залетел не просто так в чаек-шоп. Здесь я собираю себе свой первый чайный набор. Мне в этом помогает Макс, профи в этом деле. Сейчас покажу, что у нас получается. Получается реально офигенно. Потому что вот этот поднос, а.к.а. чабань, это у нас гайвань, это у нас сливник и пиалы. Еще даже фигурка есть. Короче, теперь я буду нормально людей угощать своим нитро-пуэрчиком. Еще я все собираю разные подарки для нашего конкурса с Ривой. И вот чаек-шоп тоже поучаствует. Будут хорошие такие чайные наборы. В дополнение, конечно же, к главному призу Риве. Время за силовой установкой, так сказать. Взял сейчас выпускной коллектор от Lucky Station и турбину Forced Performance. Поедем в Boost Motors. Ребят, кому интересно, после утреннего движа вообще состояние, настроение отличное. Не было такого, что какой-то усталости и так далее. Реально заряжен энергией на целый день.